саженцы садового жасмина мажори формируют шикарный кустарник с раскидистой, округлой кроной. Растение подходит для формирования живой изгороди, но также может использоваться в качестве солитера. Листья ярко-зеленые, сохраняют привлекательный вид на протяжении всего сезона. Цветки белоснежные, махровые, источают сильный приятный аромат. Жасмин лучше всего развивается на солнце и в полутени. Может расти в тени, но цветение в таких условиях незначительное. Кустарник нуждается в периодической обрезке, удалении усохших ветвей. Это улучшает бутонизацию. Сорт морозоустойчив, любит полив. Жасмин садовой мажори – это многолетнее растение. Жасмин прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола жасмин садовой мажори можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает жасмин садовой мажори в месяц июнь. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме овальный. Обратите внимание, что жасмин садовой мажори – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.